Ой-ой-ой, как неприятно у нас началось воспроизведение интро экрана. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, мы продолжаем играть в игру под названием Brawl Stars, и сегодня мы с вами должны уже каким-нибудь образом повысить до 10 ранга, ну или хотя бы перейти уж серебряную черту, как мы это сделали почти со всеми. Давайте кого-нибудь такого нормального, путненького возьмем. Я даже не знаю, Рику не хочется что-то как-то не так-то. Так, ну кого бы взять-то? Вот кто у нас самый такой, самый-самый хиленький, самый слабенький? Вот у нас Брок есть, Барли. Вот можно, в принципе, их попробовать прокачать. Давайте попробуем Пэм. А, смотрите, он лекарь. А, он этот персонаж. Ну давайте, ладно, пробовать. Итак, ну что, кого же возьмем-то? Нет, в охотниках он точно не будет этого делать. Я бы его взял, конечно, бы столкновение в одиночное. Потому что в любом случае, это тот самый. Да и вообще любой персонаж может стать первым. Может даже не первым, но хотя бы третьим. А смотрите-ка. О, смотри, неплохо стреляет-то. Я тоже думал, будет вообще плохо стрелять. Но нет, смотри-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Парень, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Ты меня не видишь, ты чё? Ой, зря. Так, я чувствую, что где-то они... будут рядом. Хотя... отлично. А она, наверное, понимает, что я где-то рядом нахожусь. Ой, тихо-тихо-тихо. Ну? Я тоже думал, что сейчас он на меня настигнет и меня убьет. Ты посмотри-ка. Хитрёк такой. Всех вас... вау! Это я не видел. Уничтожил! Есть. Хрена. А, да ладно. Серьезно, столкновение. А как ты? А тут ты думал, ты сейчас первый будешь? Да ладно, серьезно, ты сейчас первый будешь, да конечно. Где первый? Где? В каком это месте? Возникает вопрос. Да нифига он не станет первым, это 100%. Но нет, пожалуйста, ну ты чего? Ты же знаешь, не надо так сидеть. Стоп, тихо. Так, кого же бы... либо... сейчас неплохо... хотя бы... а, смотри-ка. А? Ах ты! Сопляк! Смотри-ка, чё есть! Ой! Пока я там что-то собираю. Ой, один меня уже заметил. Блин, надо текать с города, ребята. Как говорится, зачем ты тут собрался, прибрался, притрался с жестью? Тихо. Ты меня не видел, ты чё? Сейчас дам. Ты меня не знаешь, я тебя тоже не знаю, ты что делаешь-то? А, смотри-ка. Зря. Хоть нет,
отобрала у меня буквально второе место, сволочь. Такая сволочанка, надо еще ее поискать. Давайте еще разочек. Что-то мне кажется, что она просто вот не завидует. Просто берет меня и бьет. Старших бить нехорошо. Запомни это раз навсегда. Если ты со мной играешь, значит старших уважай. Вот, поэтому не надо мне тут, как говорится, пытаться какие-то диалоги пихать. Как говорится, старших их бьем, значит не уважаем. Пиздец. Ай! Тихо. Тихо. Тихо-тихо, смотрите-ка. А нет, прикольно сделали на самом деле. Опа. Есть. Четыре бойца, в смысле? Четыре бойца осталось. Вали, пока не поздно. Вали отсюда. Вот это был запрещенный прием, ребят. Вот зря так сделал. Зачем? Вот это было делать совершенно нельзя. Просто меня взять и уничтожать. Но это слишком легкий путь. Ты себе отрубил путь. Грубо говоря, правильно? Правильно. А нефиг было так себя вести. Извини, парень, но ты ошибся. Поэтому то, что третье место ты заслужил без меня, это ты отрубил путь у себе, вряд ли у тебя первое место, чувак. К сожалению. Так, ну а пока что я пользуюсь тактикой стелса, но здесь, к сожалению, это сделать практически нереально, потому что у нас везде стелс этот самый один. Потому что... Так. Опа. Розочка капитулей дали. Розочки. Смотри-ка. Ау-ау-ау-ау-ау. Тихо. Чичи-то, почему ты... Чёрт. Почему нет уничтожить первую очередь? Тихо. Ты-то откуда взялся? Придурок ты! Головоногий, ну ты головорез тупой. Я тебе сейчас дам. Я тебе сейчас. Да, ребят, это вообще, мне кажется, это один из самых сложных маневров. Ты берешь и не уничтожаешь, это достаточно тяжело, смотри. А что делаешь? Не, достаточно прикольный персонаж, хочу вам сказать, потому что, во-первых, это кроме того, что у него есть замечательное оружие против всех врагов. Кроме этого, он себя защищает с помощью автомата в виде сундука с целилкой. Или же увеличение ХП. Ты не вовремя, братан, ты чё? Ты, как всегда, не вовремя пришел. Как всегда, забыл, да? Он меня поджидал, ты смотри, как гад! Какой умный! Мало того, что он... Так он еще неожиданно меня пытался тут бац-бац-бац фигануть. Слушай, свои базуки. У меня базука-то и то хлеще, чем у тебя пистолет. Только интересно, какой. Не явно ли пулемет Максим? Да вряд ли. Потому что он так не выглядит. Потому что такой воин позорный вряд ли будет таким управлять. Да и вряд ли. Куда... Мне не надо лезть. Потому что кто я? Правильно.
человеком, которого лезть совершенно бесполезно. Куда лезем? Куда лезем? Уходи отсюда! Уходи вон! Уходи отсюда! Пошел вон! Пошел вон! Уходи вон отсюда! Пошел вон! Я тебе сейчас дам! Я сейчас вам дам обоим. Видишь, пытались из меня шашлык устроить. А ты смотри-ка, что делает? Что ты там делаешь? Что ты стоишь? Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не, рискать не буду. Хотя, с другой стороны, в принципе, там же... Тихо-т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 ихо. Успею. Есть. Немножко кидаемся, братцы, кидаемся, отлично. А он потом типа удивится, типа, откуда у меня 7? Откуда у меня 7 кристалликов? А что ты улыбаешься? У меня уже второе место. А, смотри-ка. Еще, наверное, будут души арака. Ну ладно. Есть! Не, конечно, знаете, не люблю, когда все слишком медленно идет. Не в том направлении. Ладно, давайте выйдем немножечко. Отлично. Естественно. Так. А, 200, смотрите-ка. Круто. Отлично, мы можем сейчас Рика повысить. Это очень неплохо. Так. Ну кого же возьмем-то? А, мы должны же еще повысить Рику. Это у вас... Ну ладно. Так, кого же бы еще взять? А, так нам надо как раз-таки их и повысить. Ну хотя бы до, элементарно до 5 уровня, как вот мы сейчас сделали. Всего 4 у нашего... Кого там? Пэма. Нашего Пэма сила 4. Это очень хорошо, но нам надо как минимум повышать до 5 уровня. Итак, Пэм, спасибо. Давайте-ка возьмем на сей раз кого? Карла. Так, значит, у нас Пэм, Карл. Пэм, Карл у нас, значит, идут в одинаковое одиночное сражение. Каум тужу. Естественно. Так, каждый сам... Ну, ребята, это все стандарт. Самый лучший режим — это вообще одиночный, потому что, во-первых, это зависит только от тебя. А, это есть ты! Смотри-ка! Это что было? Прикинь-ка! Просто берет меня и уничтожает. Ты посмотри, какой хитрец. Умник, блин. Ага. Хотя, в принципе, смотрите-ка, я не зря Дэрил оценил. Нормальный, кстати, пацан. Куда? Ой, блин, надо просто на врагах это все. Два раза. Куда? Я тут причем, братья! Я тут причем! Видите, какие умные! Меня пытались... Что он там пытается делать? Смотри-ка, умник какой. He's very biggest. Ну, разумеется. Ну, как иначе? Ребят, вот на первых уровнях это всегда так вот просто, знаете, это так легко, это так просто супер изи. Но, ребят, поверьте уж мне, если вы
будете вот так вот играть, это все будет означать только одно, потому что вы на первом уровне, и здесь все супер легко, на самом деле. Здесь просто элементарная пряморукость нужна, потому что без пряморукости в Brawl Stars делать нечего, потому что если у тебя прямые руки, то и ты горы перевернешь. Вот так. Пошёл вон. Что делаешь? Это что было? Он подставил меня. Ай. А смотри, какая умная. Она умно сбежала. Посмотри-ка. Пока у меня, значит, наполнились силы. Ага. Сама-то. Да-да-да, ребят, будет все-таки правильнее сделать чуть-чуть немножечко силы под... Чуть-чуть, только не вовремя, конечно, интернет сейчас залагал, ребят. Очень вовремя. Откуда он сейчас убегает? Для чего? А-а-а! Там-то гляди, кристалл еще где? А, чтобы быть в равных условиях. Ну, нормально так. Хорошо, так. Нет, Дэрил очень прикольный персонаж, ребят. На первых этапах это всегда будет чувствоваться. Вот ты такой, знаешь, молодец, крутой, вообще вырастает огонь. И так далее, и тому подобное. Но, как вы все знаете, не всегда нужно выезжать на одно испытание. Потому что всегда есть опасность того, что перед тобой может находиться враг, у которого сила может быть больше, чем у тебя. И это очень плохо. Поэтому всегда будьте аккуратнее. И всегда будьте бдительны, смотрите в оба. Поэтому, естественно, можете найти для себя врачков похуже. Естественно, он пытается меня уничтожить. Но... Ай. Ай-яй, не вовремя. Что делаешь? Что? Ай! Он ничего делает! Он меня пытается попасть! Ты клянь! Собака такая! У него вообще ХП, прям копейки, ребята, вы представляете? Вот чего стоит, как говорится, быть неаккуратным и неосторожным. Вот просто берете и вот, ну, такую неосторожность проявляете. Все! Капец вам! Называется. Капец сделал капец. Вот так. Куда лезем? Куда лезем? Вот так вот. Одно простое движение, и ты у меня, что называется, в моих бумеранговых лапках, называется. Ай-яй-яй! Он меня нашел, гад! Глянь! Он меня нашел! Скотина, как ты посмел? Меня подпустил. А он улетел. Кто же? А, смотри, он что делает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну кто же знал, что такая хрена бобель пойдет? Ну ладно. Пятое место. Да, ребят, что-то спускаюсь по-жесткому. Это не есть хорошо. Нет, не надо опускаться, не надо опускаться. Надо, наоборот, подниматься вверх. Но почему-то игра так вот построена, таким вот образом. Чтобы ты, во-первых, опустился вниз, и все. Так, тут уведомление у нас какое-то появилось. Ладно, фиксируем.
страшного. Я боюсь сейчас. Так и думал. Есть. На бомбу, уходи отсюда. Давай, 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 давай. Смотри, бля, нет, 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 нет. Это этот, как его, не альпака, забыл. Блин, короче, тот же герой, который запускает в меня эти гранаты. Пэку или паку, не помню. Эти вот головы. Вот же ж, когда бывает, когда ты кого-то не знаешь. Я даже боюсь представить, сколько у этой медведихи наград. Вернее, сколько у этой медведихи кристаллов. Так, ну, нас столкновение это уже радует, а хотя бы на втором месте. Ну, разумеется. Как и выглядит? Естественно. Так, ну, надо хотя бы немножечко повысить своего персонажа до второго уровня. А там, что называется, как фишка ляжет. Нет, хотелось бы, чтобы она положилась в нормальную сторону. Нормальную сторону. Так, ну я боюсь всем представить, что кто передо мной там будет. Уже 6! Вы можете себе представить, то есть в одиночном режиме велика вероятность, что ты победишь. Это очень хорошо. Так, вот тут я боюсь сейчас... Так и знал, сейчас спалился не беспощадно. А, наверное, он уже предчувствовал, что сейчас там... Я тебе сейчас дам, это конь! Ах ты ж конь! Я тебе дам! Ну ты какой? Ну не, ребят, ну это разве так можно? У него только один кристалл. Ребят, вот на первых этапах у вас всегда вот будет все получаться, вы будете там уничтожать кого угодно. Главное, прямота рук. Это самое главное. Хотя бы так. Радует. Есть. Отлично. Смотрите, уже 10. Да. Тоже дырёт. Да ладно. Всё. Не, ну, ребят, ну, это что хочу сказать? Это вообще победа. Персонаж просто супер. Нет, мы снова не будем играть. Возьмем какого-нибудь другого. Даже не повысился. Ну, ладно. Забираем ящик. Ничего путного там особо не вылетает. Но у нас, кстати, будет ожидать новый персонаж. А, вернее, нет, новый рубеж, который будет стоить 150 монет. И боец, который называется Бо. Разрушитель. Но это все будет потом, когда мы достигнем новых высот. А пока что. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотели бы от меня увидеть. Всем большое спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не болейте. Всего доброго. Увидимся. Пока.